Во Владивостоке подрядчики приступили к аварийно-восстановительному ремонту дорог. Рабочие уже готовят так называемые дорожные карты, то есть снимают старый поврежденный асфальт перед укладкой нового покрытия. В этом году компании-подрядчики закреплены за каждым районом. Всего планируется охватить локальным ремонтом свыше 63 тысяч квадратных метров дорог. На это запланировано почти 44 миллиона рублей. Перечень объектов уточняется по результатам обследований дорог. В первую очередь попадают это дороги с интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта, проезды к густонаселенным районам. Помимо ремонта, который проводится управлением в рамках содержания, подготовлены 6 контрактов, большинство контрактов уже заключено, определены подрядчики. Это на ремонт 20 участков дорог и проездов практически во всех районах города.